на втором дне конференции. До сих пор продолжается выступление участников. И, на мой взгляд, это было очень успешное мероприятие. Вчера выступали такие звезды блокчейна и криптовалюты, как Майкл Селман, создатель, кстати, тоже Сандип Найлвал, создатель Полигона. Такие проекты, как Полигон, это большое вдохновение для нас, создателей таких программ, как Deximum, DexiSwap, децентрализованных решений. Они показывают, насколько мир готов уже к этим технологиям. Капитализация Полигона на сегодня 17 миллиардов. Это всего лишь за несколько лет. Идея человека в голове за несколько лет создала империю в 17 миллиардов долларов. Будущее однозначно за децентрализацией, за блокчейн-технологиями. И мы очень рады, что мы именно в этой среде мы создаем будущее. Я очень рад всем партнерам, которые присоединились к нам на выставке. Завтра мы, скорее всего, поедем на развлекательную программу. Тимбилдинг у нас будет, поездка на джипах по пустыне. Хочу пожелать всем успешных инвестиций в проекте Deximum, наблюдать за тем, что происходит вообще на пространстве криптовалют, блокчейнов. И с удовольствием буду видеть вас на следующих наших конференциях, на зумах, зум-встречах, на наших вебинарах. Спасибо еще раз за доверие, за то, что вы приезжали, поддерживали нас на этой конференции. До следующих встреч. Пока-пока.